Мурманские полицейские задержали браконьера, который промышлял в Баренцевом море камчатского краба. Злоумышленником оказался териберский работник рыболовецкого судна. Используя самодельные ловушки, браконьер вместо трески или камбалы ловил крабов. Причем, судя по фасованным брикетам с мясом ракообразных, возможно, делал это для дальнейшей продажи. Напомним, териберский завод по переработке рыбы сейчас закрыт. Общий вес выловленных незаконным способом биоресурсов составил около 43 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно законодательству Российской Федерации, за незаконный вылов биологических ресурсов предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.